Аня, ты кашей покушала? Что ты бодик грызешь свой? А у нас тут есть вот нутеллоед. Покажи моську свою. Ну. Мы были только что в таком здании. Проходили регистрацию. Теперь мы зарегистрированы. Здесь, с этой стороны, вот полиция. Где? И что теперь нам придет по почте? Ничего не придется, это все. Не придет? А у меня не будет никакого аусвайса. А это не отсюда, это вот в Исландии шрам надо. Ага. Пришли только что, мы зарегистрировались. Ну, типа прописались, наверное. Что? Вот так вот. По пути зашли в другой супермаркет, Едека. Нашли там вот Ани кашу рисово-кукурузную. Там много, кстати, каш разных. Но у меня есть запас, хватит. Купили батарейки, потому что купили Кирюше вот такой фонарик с насадками. Скоро Хэллоуин. Ну, скоро. Через полтора месяца. Вот, но уже торгуют такими штуками. Купили себе новую соль с перечницей, потому что из той плохо высыпается. Папа взял, конечно же, себе вот такую вот штуку для специй. Я нашла новую овсянку. И та-да-та-та, пшеничные хлопья. Ура, ура, ура. И папа взяли. Купили вот это. Манго. Бананы, чипсы, манговые бананы. Это масляная смесь, разжаривается на сковородке, ему очень нравится. Я опять же пробую новую сметану. Папе взяли творог, вернее творожную пасту. Моя любимая шампунька. Водичка Кирюшке. Йогурт в огромной банке. Стасик его очень нахваливает. Я себе взял пробковые подставки на работу. Я себе взяла венчик для блинчиков, оладушек и манником. И вот такие милые, ну, хоть бы не пригодились, но пригодятся. Пластыри для детей. Вот такие у нас покупки. Значит, на 16 евро в одном магазине и на 17, ну почти 18 евро в другом магазине. Мы сегодня распаковали игрушки. Кирюша здесь конструктор. Аня уже вместе с ним играет. Вот. Здесь вот его Hot Wheels. Детская. Вообще мне очень нравится, что здесь большие окна. Светлая получается комната такая. У нас пока еще солнечно. Там у меня аптечка еще не распакована. Вот в этот шкафчик мы уже повесили вещи. Полки еще не прицепили. Вот. Здесь у Кирюши тоже игрушечки. Да. Ну, здесь пока легкий холл. Здесь наша кресло живет. Вот, а здесь живут наши детки. А ну смотри, что построили. А, еще мы вчера купили такие милые наклеечки. Вот наклеили. А смотри, Аня, что сделала. А это наклейки, которые мы привезли с собой. Тоже вот наклеили. Угу. Так что детская у нас постепенно оживает. Нам шкаф привезли. Ну, правда, разборной. Он весь в разборе, поэтому папе предстоит его еще собрать. Но уже привезли. Ура! Потому что вещи лежат везде.